Ольга Кормухина и Глеб Матвейчук решили сегодня сделать ход конем. Они пригласили на свое выступление прославленного музыканта Уолтер Афанасьев, обладатель множества музыкальных наград и премий, композитор, продюсер, который работал с такими звездами мировой величины, как Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Барбара Стрейзанд, Марайя Кэрри и многими-многими другими, за песню «My Heart Will Go On» к фильму «Титаник». В 2000 году был удостоен Грэмми. Именно эту песню они нам сейчас втроем и исполнят. Встречайте.
Конечно, перед нами всплывают эти картины моря и уходящий на дно старина Леонардо со словами «Обещай мне бороться, чтобы не случилось». Это гениальные моменты. Я не знаю, есть ли сейчас в зале люди, которые не плакали на этом фильме. Те, кто смотрел его меньше 17 раз. Спасибо вам большое. Hello, Walter! Здравствуйте, здравствуйте. Уолтер, can I... пожму вам руку. А что, на английском или на русском? Мне все равно на каком, я думаю, на английском говорю. Португальском? На русском. Скажите, пожалуйста, как можно написать такое, а? Вот мне я без уже, разницы... Правда, как... я сам даже не помню, это... Ну вот хотя бы вспомните, что это был звук прибоя, любимая женщина рядом. Что могло толкнуть человека на гениальную музыку, а? Фактически это был заказ, композитор, дирижер. Да мы Дробушу тоже заказываем. Но где это? Это пришло мне, что это... Работа была такая. Я думаю, что я вот выражу просто общее мнение. Спасибо вам за вот это. Спасибо. Я очень рад здесь быть. Браво. Правда, я здесь, потому что Глеб, это мой любимый певец в России, мой друг Глеб. Скажите, пожалуйста, как получилось, что вы продюсер с мировым именем, вот стоите здесь... Я сидел в Лос-Анджелесе, у меня в студию. Я сейчас записываю Барбара Страйсенд, альбом новый. И это будет очень, очень хороший альбом будет. Мне позвонил Глеб и спросил, то есть сказал, что то ему нужен... То есть ты просто так набираешь Уолтера Он мне позвонил, сказал, нужен аккомпанемент на песню вот эту. И вот я сказал Барбаре, я приеду через несколько дней. Вот, приехал. Вот так. Уолтер, можно я вот так обнаглею? Передайте от меня привет Барбаре. Я передам, передам. Спасибо вам большое. Ну что ж, уважаемые господа, чтобы сегодняшний день не превратился просто в бессмысленную носку чистого белья, давайте пообщаемся. Прошу, Лайма Вайкуля. Благодаря Оле эта песня прозвучала. Это замечательная песня. И я поэтому ставлю 10 только благодаря Оле. Похоже, Лайма, вы неравнодушны к Глебу все-таки, а? От недели к неделе ему достается. Знаете, я по гороскопу Овен. Я за правду могу стену прошибать. Вот я и говорю поэтому правду. Может, она кому-то не нравится. Ненавижу Овнов, я-то по гороскопу. Да, правильно делаете. Овен, правильно, да. Правильно делаете. Угу. Потому что некоторые любят медленную смерть, а некоторые быструю. Вы любите медленную. Я вообще бессмертный, Лайма, а? Я знаю, я знаю. Хочу поговорить с самым красивым, самым импозантным. Николай, прошу. Учитывая то, что происходило на сцене, то, что песня великолепна сама по себе, и то, что они действительно совершили... подвиг, потому что решиться исполнить такое достаточно сложное произведение. Вот, и, ну, по крайней мере, скажите, Николай, а где граница между подвигом и наглостью? Она есть? Здесь я не видел наглости. Они взялись за задачу, которую, в принципе, они практически выполнили. Вот, и притом рядом был человек, перед которым нельзя было просто облажаться. Просто, это просто неприлично. Вот. И поэтому танк сворачивает в сторону, ставит десятку. Михаил Боярский. Когда я увидел две неподвижных фигуры на фоне потрясающей шхуны, темное небо, и там эти две звезды, равные по таланту, по звукоизвлечению, по наполнению сердец музыкой, передающих чувства без фильма, а вот за эти 3-4 минуты они сделали очень много и справились с задачей. Я забыл, что это сложное произведение. Они меня принесли в другой мир, мир фантазии, любви, очарования, нежности. Большое спасибо. 10 баллов. Виктор Дробыш.
Я хочу сказать, что Валтеру надо, совет мой, менять Валтера на Володю и потихоньку переезжать к нам, писать хорошие песни. Их много не бывает. Вашим ребятам. Возвращайся на родину, к нашим ребятам. А дуэт, я считаю, удался. Все было прекрасно. Десяточка. 10. А ты, как всегда, красив. 40 баллов. Ну что же, прозвучало предложение, Волтер, да. Перебраться все-таки в Россию, поменять мне имя. Мне нравится эта идея. Можно договориться. Знаете, Владимир сейчас... буду и жить здесь буду в Москве. Ну, а я открою маленький секрет. Мы уже с ним договорились о том, что мы делаем песню. Вау. Поздравляю вас. Спасибо. Большое счастье.